Я Антон Деркач, и это второе видео, посвященное тайм-менеджменту. Сегодня я расскажу вам о принципе Паретто. Этот принцип, разработанный итальянским экономистом Вильфредо Паретто, описан во многих книгах, посвященных тайм-менеджменту и эффективному планированию своей деятельности. Суть этого принципа заключается в том, что 20% ваших усилий приносит 80% результатов, а остальные 80% усилий приносят только 20% результатов. Как можно применить этот принцип на практике? Проанализируйте все задачи и все действия, которые вы выполняете в течение дня, и определите, какие 20% из этих задач приносят вам наибольший результат. И сосредоточьтесь на выполнении именно этих действий. А остальные 80% задач, которые малоэффективны для вас, имеет смысл делегировать кому-нибудь еще. Таким образом, сконцентрировавшись на тех действиях, которые у вас получаются лучше всего и которые приносят вам наибольший результат, вы сможете значительно повысить вашу эффективность. Принцип Паретто применим не только в планировании деловой деятельности, он также применим ко всем сферам жизни. К примеру, если говорить о каких-то домашних вещах, об одежде, то точно так же 20% вещей вы используете 80% времени, а остальные 80% вещей вы используете только 20% времени. Осознавая это, можно смело избавиться от этих 80% малонужных вещей и освободить очень много пространства в своем доме. Используйте принцип Паретто и повышайте вашу эффективность. С вами был Антон Деркач. Если эта информация была интересна или полезна для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео.